Здравствуйте, меня зовут Сергей Боженко, это Fraser Workshop, и у нас в гостях Василий Прозоров. Не сомневайся, не терпи, не бойся, если ты сила, за тобой пойду. Не очень слежу, ну скажем так, намеренно не слежу за всеми происходящими, потому как причина достаточно банальная, хочется как можно меньше времени тратить на интернет, на эти социальные сети и все остальное, и больше времени для саморазвития. Но, конечно, поневоле просто мне приходится совать и все остальное, потому что мы идем к определенной цели в музыкальном смысле. И, ну, опять же, это информационное поле и связь с организаторами элементарно, или там со студией, или с звукорежиссером, или с видеорежиссером. Скажем так, воссоединение, ну, то есть группа полностью, она уже, ну, например, я не хочу вообще выходить и петь песни вариантов. Вот там есть некоторые песни, допустим, пара-тройка песен, которые я не исполняю. Играть с этими людьми, музыкантами, это вполне возможно, но там, при условии, если наши взгляды на жизнь опять сойдутся, но только при положительном векторе, потому как гнев и любое проявление негатива несет в себе разрушающую силу, то это не может. А если мы пойдем по пути созидания, то я с большим удовольствием с этими людьми буду творить, потому что и творческий потенциал, и жизненный опыт, если рассматривать музыку как метод донесения информации, то у них эти инструменты есть, и они умеют пользоваться. Понимание того, что если ты не привязываешься к своему телу, то тебе, по большому счету, в этом мире нужно совершенно немного, и, соответственно, тебе не нужно беспокоиться, переживать о том, что ты будешь есть. Тебе не нужно переживать о том, в чем ты будешь ходить, тебе не нужно переживать, где ты будешь спать. Просто к этому всему еще добавляется, безусловно, вера Господа. То есть, если Он нас сюда послал, у этого всего есть какая-то тоже определенная цель и задача. Если мы проходим этот период в полном понимании и вере в него, то нам беспокоиться совершенно не о чем. У нас будет и еда, у нас будет и кровля, у нас будет и семья, и у нас будет любовь. В первую очередь, что самое важное. Потому как без любви человеку, ну, фактически невозможно прийти к свободе.